И временно не работает предварительная запись к врачам поликлиник, сообщили в Минздраве. Нельзя записаться на прием к участковому, педиатру и к узким специалистам. До особого распоряжения приостановлены все плановые медосмотры. Льготные рецепты больным будут выписывать дистанционно. Все силы медиков брошены на неотложную медицинскую помощь. Она будет оказана всем нуждающимся. Особое внимание врачи будут уделять гражданам с высокой температурой, которые вернулись из-за границы, а также людям старше 60 лет. Все телефоны регистратур в поликлиниках продолжают работать. Специалистам можно задавать вопросы по медобслуживанию во время самоизоляции. Подробнее о работе поликлиник после новостей в вечернем канале «Прима».